Дурак, что ли? Отвали! Ай, тварь! Ну ты тварь! Эй, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, магический чай Куёко. Серега, Чебузаврик, Мок, Тампончик, пацаны, поздравайтесь. Приветики, омлечки. Всем здорово. Всем здорово. Написали очень много комментариев, чтобы мы записали прятки на какой-то очень крутой карте. Карта вышла сегодня, прятки записываем сегодня, Серега нас ищет сегодня, а и найдет у нас завтра. Погнали. А, если пятик кушайте, приятного аппетита. Погнали. Карта не очень-то и большая, но тебе будет сложновато нас найти, зная пацанов. А кто это у нас такой вот умывал? Серега, кстати, я хотел запрятаться в этом углу. Правильно и сделал, что не запрятался. Я правильно и сделал. Серега сразу это делает. А кто у нас такой красивый? Минус один. Да ладно. Ой. А чё так быстро? А чё он как Рахит умер? Я же говорю, кто не спрятался, я не виноват. Серега, надеюсь, ты в этом доме найдешь все комнаты. Потому что я их только через В нашел, эти комнаты. Так тяжело их найти. Секретные комнаты? Ну, они не секретные, там просто надо очень много дверей пооткрывать. В кустах кто-то мог спрятаться, да? Кстати, это ты правильно и делаешь, что ищешь в кустах. Так, а где ты? Я тебя потерял. Кстати, да. А я кустом стал. А, он невидимый стал. Я не-не-не. Не, я невидимый. Ты не невидимый? А вот сейчас да. Так, Серега, а где ты будешь заходить в дом? Я буду с фонтана тебя ждать. А он электробудка какая-то. О, еще тут один ныкается. Чего так прячетесь слабо? А я хочу. О, вижу, Сережечка идет. О, прикольная оптимизация. У меня с улицы ничего не видно, так как я летаю за предмет. Я ж тебя учу, давай. Мак, ты умер. Мак. Бери аниматроника. Ребята, не забываем ставить лайки, потому что лайки обязательно. Как говорится, для того, чтобы получить доступ к этому ролику, получить полное удовольствие, надо обязательно поставить лайк. И я то, что сказал, подписчик. И еще зайти на Дискорд сервер. Совершенно верно. Кто хочет записывать, заходите в Дискорд, ссылочка. Где? В описании. Совершенно молодец. Я, кстати, вижу тебя один. Серега, а ты давай как-то медленнее будешь убивать? Нет, ты же сказал, что я это через месяц убью, найду вас всех. Так вот. Отлично. Пацаны, вы же тоже берите аниматроников? Кто умер, берите аниматроников. О, я буду стекла бить. Только те, кто на расстоянии бьет, не берите. Да, это будет честно. Это будет нечестно. Честно. Так, как-то прачечная. Очень странно здесь оптимизация пусть сделана. Тут. Блин, здесь столько комнат. Блин, я мог бы наткнуться даже не в этой комнате, а в другой. Туалет на... Ну да ладно, я туалеты до этого не видел даже здесь. Представляете, какая карта? Туалет... Дима впервые в своей жизни видит туалет, да? Да, я этот, дырку в земле копаю палкой и строю туда. Что за мойка летит, а? Это я. О, блин, тебе жалко искренне, если тебя сейчас Серега найдет. Но он тебя не скоро найдет, потому что... Блин, у нас шансы равны. Ты тоже в доме здесь заныкался. Кстати, я возле тебя здесь уже недалеко. Возле кого? Я иду за тобой, Дима. Я найду тебя. Ну, тебе придется... Знаешь, как это? Симулятор тысячи дверей. Найду. Давай. Блин, я тебя тоже не могу найти. Где ты? Я в кинотеатре каком-то. А, это под землей. Это под землей. Я знаю, где это. Ой-ой-ой. Вот здесь вот. Это я. Вот Сережечка. Минус мой. Еще, нет, да ладно. Нет, пацаны, чего такие, как рахиты? Вы че? Ну мне сделали кусь. Че за сосиска в тесте тут летает, а? Я летаю за умывальник вонючий. Кстати, я тебя видел, Дима. Кто хочет умыться, умывайтесь. Кстати, Серега один раз мимо меня пробежал, я его лапти понюхал. Мои руки. Димка, я тебя видел, я знаю, где ты. Но если ты будешь палить контору, я тебя убью. Ладно, не надо. Блин, карта очень маленькая. Тампончик. Уже третий раз умер. Как-то он быстро умирает, да, пацаны? А я летаю себе по комнатам. Пацаны, кто хочет попить водички? Давай я. Давай, я лечу за умывальник. Давай в главной площади встречаемся. Возле фонтана. Давай, иду. И давай. Пить. Будешь воду пить.
На, пей давай, воду. Давай, пробежали. Давай, все пьем. О-о-о. А у меня воды не хватит на всех аниматоров. Вы же жрете. Много пьете воды. Ребята, напишите в комментариях, много аниматроники пьют воды или нет. Я знаю, что Серега пьет аниматроники. Знаешь, что они пьют? Масло. Не-не-не, там есть такой определенный эликсир, мы про него всегда в Дискорде говорим. Ослиная настойка. Короче, да, аниматроники пьют ослиную мочу, чтобы убивать всех. У них, как всегда, я такую ерунду несем. О, бежит, бежит, челепиздрик, давай. Я в тебя верю. Блин, сожрать не могу. Не, не надо, не надо, я добрая умывашка. О, пацаны, давайте сделаем перекличку. А кого же не нашли? Меня не нашли. Меня только меня. Что нашли. Ой-о. Короче, троих, что ли, не нашли еще? Куёку замочил? Да, уже? Меня только что замочили, да. Куяка умер. Блин, вот была нычка, отличнейшая. Вот смотрите. Диму поймали? Ну реально, ты можно было здесь заныкаться. А, нет, они чекают. А чекают, как ты туда попал? Мне страшно, кто это. Они чекают. Дима на умывальнике. Не, да, да. А, это ты, Серега? На, да. Попей воды. Нифига себе ты пьешь. Серега, это была не вода, это была ослиная моча. Почему тут два аниматроника? Ух ты, господи. Так, осторожно, осторожно. А кто два аниматроника? Опа, Сибар умер. Сибар. Остался Дима. И? Я. Кто остался? Вдвоем остались. Костишка. Да, ну меня пробегали трое. Вот еще нычки были здесь крутые. Блин, они нашли уже здесь меня. А кто в стиральной... А, я думал, кто-то в стиральной машинке сидит. Отличная нычка была бы. На люстре можно было бы заныкаться. А стиралку можно открывать? Ой, я не то нажал. Так-так-так. Ты где запрятался, Дима, а? Во! Отличная нычка. Ты по текстурке не залетел в ней? Кстати, да-да-да-да-да-да, я под текстурками. Не, он не подсел. Вонючий читер. Блин, ну это такая нычка, она очень классная. Да, очень классная. Вот была нычка, вы что на улице? Смотрите, какая была нычка вот здесь, вот представьте, если я тут заныкался. Вот как они меня нашли? Как? Ой. Зачем Сайбера убили? Я Friendly Fire. Офигенная нычка, блин. У нас просто свои немножко друг друга любят кусать за... Ну да, за что? На дерево можно было взалезть. Ё-мо, это здесь нычек на этой карте, триллион. Реально можно было бы на дереве пошкериться. Ой, блин, чего я сразу не догадался? А как тебе? На улице. Это уже хорошая, что на улице эти нычки. Давайте, я в кустах, ищите меня. Кушаем его, кушаем его, кушаем. О, видимо, я нычку хочу найти. Он говорит, что его пробегали 3-4 раза. Да? Разные только. Пацаны хорошо ищут, мне нравится. Особенно вот бежит Фокси поломанный. Получается, кошмарный. И я пробегал мимо значит, тебя, да? Да. Кошмарный Фокси, давай, давай, я в тебя верю. Ты сможешь. Это я. Давай. Кстати, тут сквозь кусты, да, можно пробегать? Да. Не надо их перелазить. Дим? Да. Да. Дурак, что ли? Отвали! Ай, тварь! Ну ты не Кристишка хорош! Очень хорош! Согласись, как тебе нычка? Нормально! Он где был? Не говори! Пожалуйста, не говори! На крыше? Я на крыше был! А я видел! А я... Так, перед тем, как... У меня шмот на лестницу скачанный. А лестницу то где? Не, ну Серега, там можно легко перемещаться, тем более ты исполнил телепортацию. Чего ты сразу не догадался? Fucking shit. Согласись, умно было заныкано? Умно. Молодец. Так, ну что, давайте для подписчиков сделаем в конце битву. Так мы еще одного не нашли. Еще одного? Блин, да это хорошо, я хоть поищу. Ну что, подлец этакий, мы выходим на охоту за тобой. Я на улице подсказку вам даю. Ты на улице подсказываешь нам?
Он в кустах где-то, наверное. Так, надо другого аниматроника взять, который с прицела убивает. Опять кто-то меня пробежал. Ой, извините. Так. Я знаю, где он. Я знаю, пацаны. Он в гаражах здесь, где машины. А, понял. А, нет. Я вспомнил. Он в доме в темноте сидит. Побежали. Нет, это зебра была. А, это зебра была. Я его уже нашел. Тогда... А кто тогда? Растишка, мэн. Может, он на дереве? Может, он... Да, на дереве. А, я знаю, где он может быть. Так, быстрее, может, можем тпхаться. Так, быстрее, быстрее. Вот сюда. Нету. Я его только что видел. Он постоянно перебегает, я только что его видел. Я не перебегаю, я сижу. Нет? А кто это был такой маленький? Вот это маленький, только что перебегает. Блин, и нучка была б топовая. Если бы там на балках заныкаться. Я убиваю калитки все. Как все вот это, как его забыл? Ой. Подожди. Ну чё, где ты, подлец? Ну чё ты меня видишь? Я вижу Фокси. Марионетку. Опа-на! Ой, я вижу двоих Фокси. Ой. Так может, он за предмет летает и видит? Ой. Может. Ой. Нашел его. Есть. А где он был? Где он был, Сережка? А он, короче, тут цветочная клумба была, он за ней сидел все это время. Давайте сделаем ПВП. Так, я беру очень жесткого аниматроника, который бьет на расстоянии. Любого можно брать, пацаны, любого. Серега, ты там пробегал, в меня врезался и не нашел. Так, вот. Вот мой любимчик. Подождите, а где он? Вот. 3, 2, 1, 0. Битва началась. Кто умер, классно. Не участвует. Так, куёка мог вы были. Ё-моё. Да. А, меня заползал. Зебра вы была. Ай, а, магический чай вы был. Мне скучно. О, Серёжа, как ты меня убил? Да как? Я же хорошо, ну как бы в гараже стоял, келишовал там. Ну что, пацаны, кто остался? Тапочник. Я не остался. Так, Серега должен выжить, да? Серега, ты что, победитель? Нет, тапочник. Давайте, кто выиграет, сможет в конце ролика взорвать мощные бомбы. О-о-о. Тапочник, ну-ка показывайся. Давай, давай, Серега, я в тебя верю, ты сможешь выиграть. Ай, чай, ты чё? Ты же умер. Так, я вижу вот Серегу. Да не меня же! Передурок! Передурок. Магический чай, давай. У меня новая монтировка. Серега, какой у тебя скин? Так, 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 сейчас что-то будет. Серег, ты не туда побежал, он как раз там. А, вот я вижу Серегу. Там он невидимки тут, говнюк этот бегает. Да, можно все возможности использовать. Еее, Серега взял, который бьет на расстоянии. Я убил его. Ты выиграл? Да. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики. Еще. Поломай, поломай всю карту, Гаррис Мод. Испоганься. Серега, спасибо.